Так, собираемся, ребят, и у нас с вами вторая часть нашего эфира. Новые возможности онлайн для парикмахера. Фух. Ну что, пока я выдыхаю, перенастраиваюсь, пишите ваши комментарии. Это будет вашей обратной связью мне взамен на то, что я вот так час поработала и отдала вам свою энергию с любовью и радостью. Что же такое новые возможности онлайн для парикмахера? Это возможности в каждом мобильном телефоне. И я вам с радостью могу представить эту компанию, этот вид косметики. Это российская компания, которая предоставила возможности каждому мастеру из дома, из своего частного кабинета. Да неважно, в найме вы работаете или где, создавать индивидуальную, персонализированную косметику для каждого вашего клиента. Это и забота о вашем клиенте, это и внимание, и самое главное, ваш доход без вложений. О чем я это говорю? Я вам покажу, как это работает, немножечко расскажу об этой косметике. Я работаю с этим брендом уже 2 года, 17-го, да, и я вам покажу свой личный кабинет, но сейчас в связи с вот этой ситуацией сложившейся, раньше эта компания только с брендовыми салонами работала, да, а сейчас в связи со сложившейся ситуацией, да, язык уже заплетается, предоставляет каждому мастеру зарабатывать до 100% маржинальностью, да, если вы покупаете шампунь за 300 рублей, то клиенту вы продаете за 600, а если вы добавляете еще ингредиенты, сейчас я расскажу, что это за уникальная косметика, то есть вы можете заработать с одного шампуня 500 рублей, а если вы продаете шампунь, бальзам и маску, то 2000 чистыми ваши, но это нужно немножечко вложить, если вы не вкладываетесь, да, то за вас все компания делает, ваша задача просто провести клиенту диагностику через телефончик, все в вашем телефончике, да? Создать ему персональный рецепт под его проблему и чтобы клиент оплатил, да? То есть у меня работает это на ура. Я только лишь своему клиенту говорю, что это персональная косметика, созданная лично для вашего типа волос, кожи, головы. То есть там такая анкета, где мы отвечаем на вопросы. Очень классный кабинет. И клиент говорит, слушай, я такого не видела. Это же вообще круть, мне такое нужно. И отзывы классные об этой косметике. Ни одного отрицательного отзыва. Это наша российская компания First Faces. И возможности классные зарабатывать онлайн без вложений, это 20%, да, и войти можно в компанию, подключиться с моим персональной скидкой 5%, если вы будете покупать эту лабораторию, но давайте не буду хаотично рассказывать, мыслей очень много, что же это за косметика, это крафтинг личной косметики, вы делаете диагностику своему клиенту, определяете состояние кожи головы, состояние кожи волос, что клиент хочет, возможно гладкость, возможно объем, возможно восстановление, возможно у него секущиеся кончики, вы отвечаете на вопросы, да, вы даете ему базу, вот база, да, бессульфатная, и наполняете туда ингредиентами. Чтобы волосы были гладкими, мы добавляем вот этот ингредиент. Чтобы волосы были объемными, добавляем этот ингредиент. Приложение мобильное вам все сама диктует и выдает рецепты. И это возможность для каждого мастера не компанию продвигать, а свой личный бренд. То есть на вашем созданном шампуне будет вот такая эмблемка. Это мой бренд, мой рецепт, и я создала персональную косметику для своего клиента. Поверьте мне, заказывают постоянно, и это плюсом, ну, если так вообще чуть-чуть, это 20-30 тысяч просто, если даже не напрягаться. Вот, вы берете базовый продукт, составляете формулу, наполняете его и маркируете своей наклеечкой, которая настоящая, она не смывается, на ней можно писать, и здесь еще рецептик писать. Поехали дальше, ребят, за временем мы смотрим. Вообще, это косметика без фталатов, без ПАВов, вообще безвредная, pH нейтральный, сама
владельца этой компании, Ирина Галянина, она уже в разработках 20 лет, и она хочет создать российский бренд, который выйдет на мировой уровень. И вот такая возможность есть у каждого мастера. И если вы следите сейчас за трендами западными, то у них сейчас в будущем уже входит в моду биокосметика, когда по рецепту для клиента создают при нем же, на его глазах же. Я вам покажу, как я создаю, у меня есть мини-ролик, я буду быстро говорить, чтобы всю информацию вам выдать. Вот, получается, что в этой косметике мы имеем, то есть это эффективность каждого продукта, клинически доказана мировыми лабораториями, есть все сертификаты, все-все-все, без аллергенов, деткам глазки не щипят, без парабенов, минеральных масел и без нефтепродуктов. Ну, кому будет интересно, вы, конечно, посмотрите, но мы сегодня говорим о возможностях. Мы бегло пробежимся по вообще продукции этой, да, здесь и сибарея, и перхоть можно, и гиперкератоз, и сухость, повышенная чувствительность кожи, и алопеция, выпадение, все-все-все, эта косметика решает только тогда, когда вы сделаете диагностику, то есть полностью восстанавливает, ну, что значит полностью? Вот есть процедуры, там, счастье для волос, там, или еще что-то, да, очень крутые процедуры, и вот это даже лучше могу сказать, волосы наполненные, блестящие, крутые, работают с любыми повреждениями волос, прочитайте сами, не будем на этом зацикливаться, я лучше вам покажу сам рабочий кабинет, потому что мы сегодня о возможностях, как это легко и просто. Продукции немного, всего лишь два вида для обычных волос и для жирных волос с каолином и один вид маски. И это возможность создавать тысячи вариантов под проблему каждого клиента, вашей лично созданной косметики, персональной, индивидуально разработанной. Есть технические продукты, 750 мл, так, бальзамы такие же, маски, и получается еще вот такие маленькие флакончики. Давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит у меня. Это получается ингредиенты, которые мы добавляем. Так, а я сейчас хочу переключить вам, ребят. Так, смотрим. Вот, если вам видно, вот моя лаборатория, да. Вот пробнички, в которые я добавляю попробовать клиентам, да. Вот базы получаются. Кератины, протеины, аминокислоты для разглаживания. Потом здесь детоксы, микробиомы. Ну вот вы видите, да. И смотрите, у них есть еще пигменты цветные. Вот розовые. У меня здесь одного еще нет, оранжевого, да. Так, сейчас переключаюсь на себя снова. Вот, можно создавать цветные шампуни, маски для нейтрализации и поддержания цвета. В чем крутость вот этой косметики? Это бессульфатное, это безвредное. А пигменты, когда вы делаете шампуни и маски, вымываются идеально, не оставляют вообще ни единого, ни единой молекулки. Вот я недавно была сиреневато-фиолетовая, такая сероватая, сегодня я три раза голову помыла, и у меня уже вот такой цвет. Вот, очень круто, там и коричневый есть, и рыжий, и можно создавать, так как мы все колористы, мы можем создавать свою идеальную формулу для каждого клиента, и у вас может быть 10 видов, 12 видов этих масок. Вот таким образом я, это мои фотографии, я клиентам собираю такие рецепты, вот отзывы есть. И давайте мы сейчас с вами, так, сейчас с вами мы сделаем, я хочу убрать картинки, так, а как мне их убрать, ребят, кто мне подскажет, как убрать картинки, я должна нажать, о, вот, техника, да, точно, я вам сейчас покажу, давайте пока вот так я настрою, я вам сейчас покажу, как создается эта вообще косметика, так, сначала фильмец вам включу. Так, ребят, сейчас, закрыть. Ага, так, переключаю опять на камеру. Вот, смотрите, так, куда же мне убрать эти, ну ладно, пускай в уголочке висят. Так, включаю фильм, не смогла показать вам ролик на телефоне. Ну, смотрим, вот я создавала рецепт. Как называется приложение? Приложение никак не называется. Это ваш личный кабинет на сайте компании.
Вот я добавляю ингредиенты, размешала, запаковала, наклеила свой логотип и отправила клиенту восвояси. Клиент доволен, счастлив. Все, пожалуйста, вот такой набор с минимальной накруткой 100% стоит 4000. Ваши 20%, если вы не вкладываетесь вообще в косметику. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Вот я здесь немножечко отзывов добавила. Так, переключаемся. А, нет, я же вам еще хотела показать-то... Да. Показываю сейчас свой личный кабинет, как это работает. Ребят, есть вопросы, задавайте, у нас с вами еще 20 минут. Мне остается вам показать еще, как работает кабинет. То есть мы открываем, допустим, я партнер компании, да? Я работаю с ними на определенных условиях. Я купила себе лабораторию и имею 100% дохода. Если вы не... Ну, хотите без вложений, вы подключаетесь как мастер. Допустим, я подключаю вас к кабинету, вы создаете рецепты, у вас есть тоже свой кабинет, вы показываете личный клиенту, там все создаете, все у вас сохраняется, и компания сама изготавливает ваш созданный рецепт и доставляет клиенту на дом. Только тогда, получается, мастер зарабатывает 20%. Но все равно классно, если вы создали 3 продукта клиенту, шампунь, бальзам и маску, сделали диагностику с клиентом, даже можете дать ссылочку клиенту на ваш личный кабинет, она сама пройдет диагностику, сама себе закажет, компания соберет ей продукцию, отправит доставку и вам заплатит 20%. Как вам такие вообще возможности новые на сегодняшний день не вкладывать деньги, но иметь, скажем, 800 рублей, 1000 рублей просто так, поработав с клиентом, а вы знаете своих клиентов, отзывы прекрасные, если вы изучите эту косметику, сложного вообще ничего нет. Так, переходим, ребят, в личный кабинет. Смотрите, вот это сайт компании, к которому вы... подключаетесь. Вот здесь вот вверху человечек есть, вот здесь, да, это вот профиль, у каждого есть свой профиль, и я вот сейчас открываю себя как мастера, и мы делаем диагностику. Вот это в телефоне все у вас, не на компьютере, а в телефоне, мы выбираем клиента, которого создаем. Давайте я себя выберу, чтобы никого не... Ну, смотрите, вот это все клиенты, вот я вам листаю, клиенты, которые покупали косметику, да, ну, потом уже они заказывают по тем рецептам, которые мы делали, и я уже ничего здесь не создаю, вот, хотя здесь приложение само калькулирует, оно само выдает цену, вы можете на наценку сделать свою, вы можете 100% сделать, да, вы можете сделать 150, 200, 300, смотря на каком сегменте вы работаете, установить это в своем кабинете, и клиент будет видеть цену уже вот здесь в приложении. Так, мы выбрали клиента, что наш клиент хочет. Мы создаем ему, давайте, шампунь, кондиционер и маску. Далее переключаемся. Нам нужна косметика без силиконов или не имеет значения. Ну, давайте, у меня короткая стрижка, мне, ну, без силиконов. Далее, короткие волосы. Дальше смотрим, гладкие, объемные. Ну, я хочу, чтобы мне пообъемнее было. Далее, что у нас происходит? Мягкие, средние, жесткие. Мягкие волосы, толстые, нормальные, тонкие. Тонкие выбираем. Какова степень повреждения волос? Ну, давайте, так как у меня осветленные, я выбираю третью степень повреждения волос. Окей. Есть секущиеся кончики. Ну, в принципе, я проблемы не испытываю никакой. Ой, нажала, да, ну ладно, ничего страшного, можно было, нет. Состояние кожи головы, ребят, смотрите, как интересно. Видите, вот здесь конвертики. Если мы раскроем, то нам уже дана информация, то есть если мы не знаем, как определить проблемы кожи головы, что такое чувствительное, склонное к сухости, зуду, раздражению кожи головы, мы раскрываем, и у нас появляется расшифровка, какая кожа считается
раздражительной, то есть чувствительной. Сухая перхоть, какая она? Вот у нас есть расшифровка. Представьте, как компания позаботилась о каждом мастере. Дальше заполняем. Ну, у меня здесь ничего нет, с кожей у меня все в порядке. Выпадают ли у вас волосы? Ну, у меня не выпадают волосы, у меня все хорошо, я ничего не делаю, а там можно в процентном соотношении поставить. Волосы окрашены, окрашены. Каким цветом окрашены? То есть сюда можно еще и делать оттеночные шампуни и маски. Ну, я на 10 уровне. Я на 10 уровне. Цвет у меня холодный. Я крашусь. Так, блондирующее средство. Дальше, факторы окружающей среды. Ну, что у меня? Повышенная влажность, вода у меня жесткая. Дальше, я использую активно гаджеты. Ну, еще у меня что? Ну, давайте, так, укладочное средство каждый день использую. Что здесь? При какой температуре я вообще нахожусь? Ну, в данной ситуации у меня 20 градусов. Вообще я живу при этой температуре, да? Ну, неизвестно же, может быть, вы будете выходить в онлайн, и ваши подписчики будут откуда-то с юга, или ваши подписчики будут с севера. И вот это очень важно отмечать. Может быть, человек сидит все время в кондиционере, работает, и у него все время волосы подвержены вот этому холоду. То есть вот это тоже очень важно. Окей. И смотрите, еще есть какая вкладочка для работы. Работы с разными клиентами, период с полового созревания, то умное приложение составит вам ингредиенты, добавит в ваш продукт именно для подростка, чтобы нейтрализовать вот эту жирность, гормональность, чтобы он добавит детокса, допустим, да, чтобы, ну, наша кожа головы, сальная железа работала нормально, добавит правильных ингредиентов. Ну, беременность, после менопаузы, это взрослые наши клиенты, которые уже жестче волосы становятся, что они меняют свою структуру, они седые становятся, да. Ну, у меня отсутствует, я не отношусь ни к какой из этих категорий. Дальше, выберите из списка не более 3 самых важных для вас свойств, которыми должен обладать ваш уход. Что для клиента важно? То есть, допустим, ломкость волос, избавление от жирности волос, например, против секущихся кончиков. И на каждую вот эту проблему нам будет добавлен ингредиент. Допустим, если секущиеся концы поврежденные, то приложение нам добавит протеинов. Если у нас сухие волосы, то нам добавит кератина. Если у нас, допустим, сухая перхоть, то приложение добавит, скажем, там для кожи головы ингредиентов. Сейчас, ребят, на вопросы я отвечу, потому что я не смотрю на экран, я смотрю на компьютер. Давайте избавляемся, чего мы. Ну, мне легкость не нужна, мягкость не нужна, мне нужна плотность волос, так как у меня короткая стрижка. Пушистость, если я поставлю, то мне силиконов там добавит, да, хотя они очень классные, гладкость, при пушистость убирают, очень круто. Так, для усиления роста. Ну, давайте, пускай у меня растут волосы хорошо. И против ломкости, ну, давайте против ломкости, так как я блондинка. Все, мы сделали это. И еще приложение предлагает нам сделать наш продукт охлаждающим, сильным, слабым. Я не люблю всякие охлаждающие эффекты, поэтому я убираю. Все, ребят, наш рецепт готов. И клиент, представляете, это видит, либо сам заходит по ссылке, которую вы ему даете, и сам проходит диагностику, либо вы вместе в онлайн вот таким образом через экран с ним проходите. Можете просто списком ему написать вопросы и заполните все сами. Но когда мы показываем нашим клиентам вот такое приложение, и когда они видят, ничего себе, вообще так классно, так индивидуально, что получается, добавил шампунь мне по моим показаниям, каких ингредиентов? Протеин, одну капельку добавил, детокс, Hydraline, микробиом добавил. И мой шампунь клиент видит, для него стоит 1192. В закупке, считайте, вот здесь 100% накрутка получается, да? То есть, если клиент у меня покупает вот этот шампунь, то я... Если 20% я иду без вложений, да, я не покупаю ни лабораторию, я не покупаю ни продукты, я просто создаю рецепт, я от этой суммы имею 20%. Дальше смотрим, что у нас получается. В бальзам мне добавили агренин 3 капельки, кератин, протеин. И в маску добавил тоже
Да, маску мы знаем, что мы рекомендуем раз в две недели делать, а бальзам каждый день. Если вот вся сумма получает 4525, если вы без вложений входите в компанию, да, то получается, что ваши 20%. Если вы покупаете мобильную лабораторию, создаете это сами, ваши получается 50%, 2300 ваши, ну 2200, да. Как доставить клиенту? Либо вы ему даете в руки, если это на расстоянии, вы договариваетесь с транспортной компанией, либо сами идете на почту и отправляете. Если это делает за вас компания, то она из вот этой суммы 20% вам отдает, платит компании, то есть за доставку клиент платит тогда отдельно в зависимости от региона. И получается, все в шоколаде: мастер, компания и клиент, и даже доставку за вас сделали. Что происходит дальше? Если клиент говорит: мне дороговато, смотрите, видите, вот здесь крестики есть. Я уже как мастер понимаю, что мне важен бальзам и маска для улучшения качества волос. В шампуне, в принципе, мне микробиом пусть будет, ну, допустим, что мне? Протеин мне не нужен в шампуне. Я могу удешевить чем-то. Вот, допустим, я убираю, удалить из формулы шампуня, да, удаляем. Я хочу шампунь просто чисто базу, без дополнительных, да. Давайте вот я это все убираю, удалить, удалить. У меня удешевляется продукт, удалить, удалить. Я могу сама в кабинете удешевлять продукт. Все, 630 рублей у меня стал шампунь. Если я, ну, не, смотрите, видите, они, получается, не сильно полные, да? Вот это место для того, чтобы мы сюда добавляли ингредиенты. И в результате наша сумма клиент видит. Так как я сейчас работаю на компьютере, вот здесь стоит «сохранить и списать со склада». Но когда вы делаете это в телефоне, здесь будет кнопка «оплатить». Все, клиент, если он делает это удаленно, он оплачивает. Компания сразу видит этот созданный вами рецепт и тут же в течение 15 минут начинают это производить. И отсылают это клиенту, а вам компания отдает 20%. Второй вариант, если вы покупаете эту лабораторию, давайте я переключусь на себя. Если вы покупаете лабораторию, где я? Ой. Если вы покупаете вот такую лабораторию, как у меня, я вам показала, вы становитесь таким же партнером компании, как и я, и вы имеете 100%. Так что, ребят, решайте. У кого будут вопросы, кто заинтересовался, кто видит в этом возможности, да, кто не ленится. Вот мы сейчас сидим дома, как вести работу с нашими клиентами. Я, допустим, для себя, что я делаю? Я своих клиентов собрала в группу WhatsApp, да, и говорю, какие-то новости, когда я там выйду. Естественно, это лояльные клиенты ко мне. Это клиенты, с которыми я работаю уже в долгую. Это клиенты, которые любят, ценят, которые платят, доверяют. И поэтому, когда я их добавила в группу, они были очень благодарны. Я им говорю, когда я выхожу на работу, когда, ну, график у меня онлайн в приложении, они сами записываются, да. Но что я здесь делаю с ними? Я здесь веду работу с ними именно по продукту. В Инстаграм у меня много подписчиков. То есть сейчас тот самый момент, когда мы можем контактировать, да? И вот сейчас я своим клиентам, так как они у меня в другом городе, мои клиенты, основная масса, да, основная моя база, когда я приезжаю к ним на 3 дня, я работаю там по 13-14 часов в день, зарабатываю там свои 150 тысяч и уезжаю. Сейчас у меня нет возможности к ним приехать, но я им эти продукты доставляю онлайн. У меня есть лаборатория, из каждого заказа, если человек даже заказал один шампунь, даже заказал, вы ему делаете какую-то скидку, допустим, 20% у меня есть скидка, если клиент в онлайн это делает, но доставку он оплачивает сам, например, да? Вот, или я ему передаю, то есть здесь уже как вы креативность проявите и как... Ну, вы для себя запланируете вообще, а что вы вообще хотите от этой возможности? Давайте, ребят, я вам, в принципе, выдала информацию, которая, ну, могла выдать за такой короткий период времени. Можно сначала с ним попробовать без вложения, потом купить. Конечно, Мариана, можно, я и предлагаю, что я вас подключаю как мастера, вы ничего не вкладываете, просто ведете работу с клиентами.
И все. И компания сама создает продукт и доставляет либо вам, да, либо клиенту на дом. Там вы в примечаниях напишите адрес доставки. Компания может вам доставить, а вы лично вручите клиенту. Либо уже доставку на дом сделает. Либо, ну, можно каким образом сделать... Можем вообще по-другому, вы можете быть подключены, я за вас сделаю, и я оформлю доставку. Ну, мне не очень интересно, да, как бы я время на это буду тратить, лучше пусть эта компания занимается, и вы заработаете свои, там, 20%. Каким образом компания отдает деньги? У вас, вы становитесь официальным партнером, у вас есть договор, допустим, у меня как у партнера с ними договор, да, у мастера, то есть у вас есть личный кабинет, где компания видит. Если вы удаленно работаете, рассказываю, если вы работаете удаленно и не делаете ничего, компания вам перечисляет ваши 20%, просто на ваш счет, на карточку там или еще куда-то. Если вы работаете с клиентом вот так, тет на тет, клиент видит сумму ту, которую вы показали, вот, допустим, клиент у вас видел вот эту сумму, что-то не пойму. А, вот. Увидел вот эту сумму, 3990. Но когда вы нажимаете на кнопочку «Оплатить», вот здесь другая сумма. Клиент вам отдает деньги в руки. 3990. И все. Вы отходите в сторону, к себе, в кассе, нажимаете «Оплатить», и там цена за минусом 20%, цена будет другая, в приложении заложена сумма совершенно другая, 20% ваши вы оставляете себе, ну, посчитайте, допустим, 800 рублей минус, пусть 300, вот здесь, когда вы нажмете на кнопочку «Оплатить», там будет цена к оплате 300, вы оплачиваете со своей карты 300, если работаете с клиентом у себя в кресле, да? И у вас нет продукта на руках, оставляете... Ну, эти нюансы обсуждаются, понимаете? Вы оплачиваете тут, и деньги уходят, с вашей скидка остается у вас. Если вы... Да, когда вы на 20%, у вас нет продукта, вы сразу же их забрали, понимаете? И просто оплатили. Это в том случае, когда нет возможности клиенту вам передать деньги в руки, тогда клиент оплачивает сам. Вы ему дали пароль, он сам прошел диагностику, вас-то рядом нет, и он сам оплатил. То есть вот эти все нюансы, ребят, это ну, не в рамках этого эфира, у нас 2 минутки остается с вами. Да, мне Илья поручил закрыть эфир. 30 минут, потому что там следующий спикер уже идет. А, ну нет, можно, в принципе, до без 20, да, мне сказали. Вот. И все вот эти нюансы, они обговариваются. Вот это только старт компании, да, все обкатывается, все обговаривается. Но могу сказать, я работаю 2 года, компания исключительно чистейших помыслов, просто на доброте, на искренности, без никакого обмана. Компания московская, ребят. И все, кто в Москве, можете, проводятся обучение здесь, прямо в Москве, у них на территории, да, профсоюзное, да, на профсоюзной проводится бесплатное обучение, как это делать, что делать. Кстати, очень бомбические у них процедуры, сейчас еще покажу вам презентацию, как можно добавлять и в какие процедуры в краску после окрашивания, до окрашивания, восстанавливать волосы в салоне, не просто продавать. Давайте, какова стоимость всей лаборатории? Если вы берете большую лабораторию, где по 100 грамм вот эти добавки, она стоит 40 тысяч, 38, по-моему. Если мини-лабораторию, где уже вот эти ингредиенты по 50 миллилитров, там, по-моему, 15 тысяч она стоит. Сколько лет на рынке бренд? Я с ними работаю 2 года, компания вообще молодая, разрабатывали они очень долго. Входить на рынок в массы они не будут. Задача бренда – работать только с мастерами. Сначала было изначально с салонами. Почему не прокатило, расскажу философию, да? Почему не очень стало удобно работать с салонами, и компания выходит на мастеров, потому что кто в найме работает, тот знает.
Директор салона красоты считает, что мастер много не должен зарабатывать с продукта. Компания говорит, дайте мастеру 20%. Он говорит, нет, дорого, только много, 10%. Какому мастеру будет интересно работать за 10%? Рассказывать, вот это все делать. Ну, как бы 10% не очень, да? Поэтому сильно вот и не раскрутишься с салонами красоты, это я сейчас рассказываю позицию компании, да, потому что продаж нет, мастерам не интересно за 10% это делать, и выходит ситуация, что нужно идти к мастерам. И компания придумала вот этот выход к мастерам и дать возможность онлайн даже это делать. Мы сейчас в Инстаграм, мы сейчас в ВКонтакте, мы сейчас везде в соцсетях, и мы можем со своими клиентами работать у себя в студии. Если мы не можем с ними встретиться, мы можем онлайн, удаленно, неважно, где ваш клиент на вас подписан, из Лондона, из Италии, еще там откуда-то, да, пожалуйста, вы сделаете это и отправляете. Если вы не вкладываетесь, компания сама отправляет, доставку оплачивает клиент. Ваша задача просто рассказать, что это забота, что это безопасность, и это крутой продукт, который персонально создан под каждую проблему. Это не масс-маркет, это не то, что вот есть шампунь, ухаживающий за волосами, он восстанавливает там структуру волос, он восстанавливает там, добавляет гладкости. Это для всех, но я индивидуально, и у меня своя кожа головы. У меня там, может быть, если шампунь от выпадения, у кого-то 50% выпадает, а у меня 10%, да? И мне не нужна такая дозировка, которая там, мне нужна моя дозировка. И вот это именно персонализация, сейчас это новое, это тренд. На Западе уже био все вот эти изготовления при клиенте, это сейчас уже входит. И почему я решила вот этим поделиться? Потому что, ну, на самом деле это возможность, и это лояльность к своим клиентам, это и ваш заработок. Я сама 20 лет стилистом работаю, я понимаю, насколько мы отдаем свое время, продаем свою жизнь, и какая маленькая обратная у нас отдача получается, да, то есть нам хочется на больших чеках работать, нам хочется делать эти продажи. Кстати, ребят, и компания еще обучает работе с этой косметикой, имейте в виду. И еще я, давайте, лабораторию я ответила, присоединение по реферальному принципу. Блин, ребят, честно, не знаю, что такое реферальный принцип, это, наверное, ссылка какая-то, да, не знаю. Не могу ответить, попроще что-нибудь задайте, каким образом компания дает деньги, ответила, да, то есть, если вы оплачиваете, вы с клиентом рядом, вы оплачиваете, сразу же себе наличку оставляете, если ваш клиент далеко, вы даете ему код, по которому заходит он в ваш кабинет, сам оплачивает, но компания вам перечисляет потом, потому что вы заключаете договор с компанией. Можно сначала, Марьяне ответила, подскажите, пожалуйста, что за программа, ответила, это просто сайт. Кстати, можете зайти просто, найти первые лица, косметика и погулять у них по сайту, посмотреть. Компания молодая, только что выходит на рынок. Вот я с ними 2 года, это было у истоков. В Инстаграм тоже найдите их и посмотрите, кто является их партнерами. Зайдите на сайт к ним, там тоже внизу написано, какие салоны с ними сотрудничают. И поверьте мне, что вы увидите там лидирующие, да, салоны, те, которые премиум класса. И салоны, которые делают 300% накрутку. И если сделать у них диагностику у них на сайте, то у них стоит 300% накрутка. А вам дает компания возможность сделать от 100. И если вы зайдете к ним просто на сайт и как клиент сделаете диагностику, то ваш шампунь будет стоить, который здесь стоил 1000 рублей, там будет стоить 2500. То есть компания только за развитие парикмахера, только за развитие его, за приумножение его доходов. И естественно, вот когда мы понимаем, что развивается наш компаньон, развивается и большая компания. Вот с таким лозунгом вышла компания на рынок. И чем быстрее, если у вас есть идея, мысль, вы познакомитесь с этим, вы зайдете. А если вы просто хотите, сами заходите, да, хотите, через меня можете зайти, скажете, хотите купить лабораторию и самим быть представителем, да, этой компании, назовите фамилию Сычева, у вас будет на первую покупку 5% скидка.
Да? Если вы хотите подключиться как мастер, я подключу вас в свой кабинет и буду вам помогать, учить продавать, что-то еще делать, работать с клиентами. То есть уже будет моя задача, да, с вами продолжать работу. И компания никогда ни одного мастера не оставила. На сайте у них вы посмотрите, как у них обучение проходит, Инстаграм найдите, а я сейчас покажу вам... Знаете, что хотела показать? Какие уходовые процедуры предлагает. То есть разработала компания все. Скрипты, картинки. Даже если вы хотите выйти в онлайн, вам помогут сделать лендинг. Да? И рекламку какую-то настроить, и работать с клиентами онлайн. Про что я вам сейчас говорю, ребят? Если вы вот по каким-то причинам не сможете работать у кресла, глазки заболели, зрение падает, ножки болят, спинка болит. Да просто, ну я уже устала. У меня есть возможность работать с клиентами онлайн. Я не ухожу из профессии. Я также консультирую клиентов, делаю им благо и просто зарабатываю на классном продукте, который заботится и приносит пользу людям. Вот о такой возможности я хотела вам рассказать. Сейчас я переключу экран, у нас есть еще с вами немножко времени, и покажу, какие уходовые процедуры предлагает компания для салона. Восстановление и защита волос перед окрашиванием или мелированием. Жидкие импланты для волос. Вот, пожалуйста, можете почитать. Ну, конечно, вот этого, наверное, эту презентацию дают уже тем, кто сотрудничает, кто проходит там обучение. Обучение бесплатное в компании. Протеиновое восстановление и объем для пористых волос. Пожалуйста, вот были пористые, стали гладкие. Себестоимость низка, цена, пожалуйста, на выходе очень крутая получается. Лечение, восстановление волоса и, конечно же, коррекция цвета, нейтрализация нежелательных оттенков. Вот этот вот, видите, насколько фиолетовый цвет, я тоже такая была, вымывается до чистого, вообще не остается ни одной молекулы в волосе. Осветляете, и все прекрасно, не нужно ни смывок делать, вообще ничего, настолько уникальная формула. Ну и, конечно же, с кожи головы тоже есть процедуры. Вот, для кожи, в ваших руках получается просто мегапродукт, которым вы можете закрыть все свои боли и проблемы и клиента. Так что вот, ребят, поделилась ценной информацией, у меня есть 3 минутки, готова ответить на вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы, я буду отвечать. Только зашла, озвучьте, о ком речь, пожалуйста. Угу. Ну, вы можете посмотреть в записи, я сохраню. Речь у нас шла о возможностях онлайн заработка без вложений, да, когда мы рекомендуем клиентам косметику, продаем, не вкладываем ничего, имеем 20%. Потом пересмотрите, посмотрите, компания «Первые лица», косметика, вот так и забейте. Зайдите на сайт, познакомьтесь. Можете подключиться вообще к кабинету к моему без вложений все это делать и 20% иметь. Можете стать таким же партнером, как и я, и зарабатывать 100%, 200% от себестоимости, да, смотря в каком сегменте вы работаете, и получать, жить безбедно. И компания только развивает. И я знаю эту компанию 2 года назад, вижу ее сейчас, какие результаты. Почему вы не знаете об этом? Потому что, ну, не для каждого, да, вот эта косметика. У них нет задачи выдать это вот так в массы, в магазины. Я всегда для себя искала уникальные продукты, которых нет на прилавках. И тем самым меня мои клиенты любят и ценят, и благодарят за то, что я им даю то, что нет у других. И поверьте, это предложение очень классное, но оно тоже не для всех. Кто-то стесняется работать в Инстаграм, кто-то стесняется позвонить клиенту. Ну, все мы разные, поэтому возможности есть. А наша задача либо быть просто человеком Z, который знает, и ничего не делать, и иметь большую проблему, которая называется «большая Ж». Так что, ребят, я была очень рада с вами познакомиться со всеми, провести это время с вами в эфире, увидеть ваши пальчики, ваши сердечки, для меня это важно. И если кому интересно вообще дальше узнавать о том, что я говорила сегодня в первой части, во второй части, можете, конечно же, наблюдать за мной
да, и я делюсь всегда качественной информацией, та, которая применима, не теория, потому что я сама практик, и у меня, как вы заметили, все без вложений, и увеличение доходов без вложений, и заработок онлайн тоже без вложений. Так что вот, с вами была Светлана Сычева, тренер, коуч парикмахеров. Все, до новых встреч, ребята. Если Илья еще меня пригласит на свой аккаунт для вас выступить, я с удовольствием проведу для вас сногсшибательный эфир на любую тему. Ну и, конечно же, приглашаю всех вас на бесплатный марафон, который стартует 13 числа по ключевым показателям, где я вам покажу, где вы теряете до 50% своих доходов. Все, всех люблю, целую, обожаю. Все, до новых встреч. Все, пока-пока.